Привет! А сейчас я хочу поделиться, как можно сделать украшение для торта, можно сказать, из мусора. Вот, из того, что у вас есть под рукой. Вот, вам нужен будет клей. Да, я использовала такиклю, но это может быть любой школьный клей. Ножницы. У меня вот всякие были такие вот остатки от предыдущих проектов. Блестящая бумага. Можно использовать всякие фантики, блестящие упаковки и все такое. Вот всякие вот такие вот цветные картонки. То есть, что я сделала? Я вырезала из картона, вот от крем-чиза вырезала цифры, нарисовала их просто карандашом от руки, сделала каждую по две, вставила зубочистки, приклеила, сверху просто украсила тем, что у меня было. Вот эти кружочки, это дыроколом сделанные, просто цветной картон, вот такой бумага, дыроколом кружочки сделала. Можно, если у вас нет дырокола, неважно, можно просто нарезать разные вот такие вот фигуры, треугольнички. Вот такие вот цифры у меня получились. У меня вот были такие салфеточки, я из них вырезала цветочки маленькие. Это не обязательно, может быть все что угодно. Вот этот картон, да, основа, он был в надписях. Вот чтобы надписи закрыть, я вот эти вот кружочки разные приклеила. И, по-моему, вышло неплохо. Вот, поставлю на торт. Ребенку 16 сегодня исполняется. Вот, сделала из того, что есть. И мне кажется, даже лучше, чем купленные. Так что делайте. Пишите комментарии, ставьте лайки, если нравится видео. Пока!